Всем привет, с вами передача «Покашеварим». Сделаем с вами лимонад. В чем плюс домашнего лимонада? А в том, что он домашний, и он очень вкусный и полезный. А зимой домашний лимонад вообще незаменим. Лучше него может быть разве что клюквенный морс. Но займемся лимонадиком. Для того, чтобы приготовить домашний лимонад, нам потребуется 2 литра воды, 3 лимона и 6-7 ложек сахара. Делать домашний лимонад очень просто. Кипятим миллилитров 200 воды в какой-нибудь кастрюльке. Добавляем туда сахар и перемешиваем до полного его растворения. Выдавливаем сок из 3 лимонов. Можно еще дополнительно добавить сок одного апельсина. Вливаем сахарный сироп в графинчик какой-нибудь. Туда добавляем свежевыжатый лимонный сок. И доливаем графин до конца. То есть добавляем где-то 800 литров чистой холодной воды. Обычную воду можно заменить какой-нибудь газированной. Вы можете фантазировать с домашним лимонадом, можете добавить туда палочку корицы или наложить туда имбиря, например, и получится имбирный лимонад. В общем, все дело в вашей фантазии, а я вам показал основу. Остальное за вами. Вот и все, домашний лимонад готов. Приятного вам питья! С вами была передача «Покашеварим». Всем пока! До новых встреч!